Мы в книге Бытие, часть Торы, называется Ноак. Иначе бы вы заметили Бах, как Бетховен Бах. Его имя вообще-то было Ноак. Мы говорим Ной, но его имя Ноак. Мы Ной, но его имя Ноак. И что интересно, у кого есть разные шрифты, и на иврите было тоже разные шрифты. Помните, каждая буква из картинки — это слово, это цифра. Видите, она похожа на букву «не». Это означало рыба. Не мертвая, а живая рыба, которая выпрыгивает. А следующее было как забор. Они уже... Теперь они не верят эти границы, но это забор. И «но» означает, это человек, который защищает жизнь. И вы можете найти это, находится его имени. Оно начинается с Бытия 6-8, но я некоторые моменты упомянул с прошлой недели. Бытие 5-1. Если мы помним, Бытие 2 — это поколение, и там нету «ба». Но Бытие 5.1 — вот родословие Адама, Толдот. Но оно опять написано неправильно, «вав» нету. Но вы же должны заметить, оно неправильно переводится на английский. Это не «поколение». На иврите это слово для поколения — это «дверь». Это «толдот». Я это зачеркнул конспектов. Это переводится как «история». Поколение «толдот» — это больше, чем просто поколение. Это как вы читаете о людей. Кто знает о своих потомках? Они знают Джесси Джеймс. Они были родственники Абрахаму Линкольн. И «толдот» означает «историю» вместе с именами, а не просто имена. Потом Бытие 5:28-29. Ламех, он жил 182 года и родил сына и нарек ему имя Ной. Сказав он: «Утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделании земли, которую проклял Господь». Кто не знает, что есть корень в слове или в именах? Он говорит, это будет утешать. И поэтому его имя — Утешитель. Вот его имя — Ноах. Дополняйте это с букву, называя утешение. И поэтому его имя — Ноах. И потом Бытие 6.6 мы читаем. «И раскаялся Господь, что создал человека, и воскорбел в сердце своем». И это еврейское слово для «воскорбел». Это он плачет, что он теряет дыхание, потому что он от горести. Потому что постоянно только было зло. Зло — это специально стараться истребить то, что Бог сделал. Но Бытие 6.8, Ной же обрел благодать. Иногда мы не знаем, как мы выглядим, потому что мы смотрим в зеркало, но перевернутое. Потом, когда переворачиваем, это называется благодать. Его имя означает благодать. Евреям не только Ной обрел благодать, его имя означает благодать. Евреям 11.7. «Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Благовея приготовил ковчег для спасения дома. Осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Хочу сказать, что в Старом Завете есть вера и благодать. Да, это не то, что учат только в Новом Завете. Это было с бытия, но всегда существовало. И что мы замечаем? Бытие 6.9. Вот житие Ноя,
Ной был человек праведный, непорочный в роде своем. Непорочный. Может, он был непорочен в своем роде, но в его поколении он был непорочен, он самый лучший был в своем поколении или в своем роду. Это слово «непорочный» — это не лицемерный, не лицемерный. Мы читаем, что Ной ходил пред Богом. Кто ходит с тем, кого они не знают? Это не происходит. Бог и Ной были друзья. Они вместе ходили. Амоса 3:3. Будут ли в твоем месте не сгоревшись между собой? Ходить вместе означает, это не то, что вы просто идете впереди своего супруга. Нет, вы ходите вместе, вы держите руки. И что ободряет людей, чтобы они ходили вместе и держали руки? Второзаконие 8:6. Это хранит заповеди Господа Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Но я ходил с Богом. У него было личное отношение с Ним. Когда мы читаем историю Ноя, он делает все, как ему Бог повелел. Он не делает больше, чем Бог повелел, и не делает меньше, чем Бог повелел. Он только делает то, что ему Бог повелел. И когда время сходить с ковчега, он почему-то ждет. Он ждет 2 месяца, чтобы Бог ему сказал. Ноя сказал, я не сойду с ковчега, пока ты мне не скажешь. И потом Бог ему сказал, все, время идти. Кто бы застрял на ковчеге с животными, вы бы сказали, выпустите меня. Но Ноя сказал, я не выхожу, пока мне Бог не скажет. Бытие 7:9. Все вошли, как Бог повелел. Но они не были два. Всякого скота чистого возьми по 7, мужского пола женского, а скота нечестивого по 2. Подумайте. Они не кушали животных тогда. Они только могли кушать только после потопа. Они тогда только кушали растения. И до 1500 лет с Адама до Ноя они только кушали растения. Не было кошер или не кошер. Но это ничего не было связано с кушать и не кушать. Каин и Авель понимали, что кошер и не кошер, потому что Бог принимал только жертвы, которые были правильные, или кошер. Итак, это правильные жертвы начались с Адама и Евы. Итак, Ной знал. Что мы еще замечаем? Бытие 6:22. Сделал Ной все, как повелел ему Господь. Бытие 7:9. По паре мужского пола и женского, как Бог повелел Ною. А всякого скота чистого 7. И вышедшие мужского и женского пола, как повелел ему Господь, и затворил Господь за ним. И все было сделано, как Бог повелел. Потом Бытие 7:4. Внезапно Бог говорит, вам надо подождать 7 дней. И я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли. Почему он подождал 7 еще дней? Потому что почти был 9-й человек. Вы знали, что почти 9-й человек не вошел, чуть не попал этот ковчег? И не должны были подождать 7 дней. И кто это был этот человек? Я вам скажу. Библия говорит нам. Не интересно ли это? Вот это список всех годов от сотворения, которое приходит к Адаму. Вот это цикл 7 дней. Это Шмидта циклы. И каждая линия это где-то 50 лет. И вот Адам сотворен, Сеф родился. И мы это все берем, когда читаем Библию. Потом Каин,
потом Ярид, Енох. Можете вы не прочитать это Мефусал. Если вы замечаете, Метусала, Мафусал родился в годе юбилея. Мы читаем, что дни Мафусала было 969 лет, и он умер. Он родился в году 687. Он прожил 969 лет. Означает, что 687 плюс 969. Он умер в году 1656. И 1656 — это когда потом произошло. Мафусал бы попал на ковчег, но он умер неделю перед тем. Они должны были плакать 7 дней. И Ной родился в 1058. И снизу мы видим Сем. 1656 лет. Вот Ной, он уже родился. Но в году 1656, когда он умирает, когда потоп происходит, и когда мы смотрим на эту таблицу, Авраам рожается, как я сказал, в году 1948, но то же самое время, как Немрод и Вавилонская башня. Вот он рожается в 1948, потом в 2023 ему уже было 75 лет, он ходит в обетованную землю, и мы замечаем, читаем, что Исаак родился. Будем наблюдать за этим, пока это происходит. Вот 1656. Потом после того же Селах, Палег и Ру. Чтобы вы заметили, я это увеличил, чтобы вы могли видеть. Потом Серах, Нехор, Тара, Авраам. Родились в 1948-м. Это когда строили эту башню Вавилонскую. И потом Исаак рождается. Я хотел приблизить, чтобы могли увидеть. Что я хотел упомянуть? Бытие 7.4. Бог говорит, через 7 дней я буду изливать дождь на землю 40 дней. Потому что они оплакивали Мефусала. Бытие 7.12. И вошел Ной, и сыновья его, жена его, сыновья его, с ним ковчег, отвод подобов, и скотов чистых, и скотов нечистых, и всех присмыкающих по земле паре, вошли к Ною в ковчег, как велел Господь, через 7 дней. Воды потом пришли на землю в 600-й год же зимой, во второй месяц, 17-й день месяца, сей день разверзлись все источники великой бездны. Итак, я докажу это Кешмон, что тогда не было религиозного календаря. Это было 1500 лет перед Моисеем. Читаем 3 Царств 6.38. А на 11-м году месяца Буле. Это месяц 8-й. Это Хешван. Когда мы смотрим на религиозный календарь. А что Буле означает? Я вам покажу. Сегодня это праздник новой луны. Я буду учить второй части о важности новой луны. И, может, вы позже поймете, что мы живем в этом времени после Новой Луны. И, конечно, это когда будут голосования. Но 11-го — это день, когда все вошли в ковчег. Этот месяц, этот день — это когда вошли в ковчег. Это когда Мафусал умер, и они ждали 7 дней. А здесь — это когда потом начинается. Если хочешь праздновать потоп,
Это 18 числа. Это был год 1656 после Адама. И называется Мабул. Это потоп. Это почему второй месяц называется Бул. Это потому что произошел месяц Хешван. Это как мы знаем, что это был Хешван и не Ияр. Если учить также праздновать, вот спустя все сходят с этого ковчега, это день благодарения в этом году, когда все сошли с ковчега. Мне кажется, это прекрасно. Это почему надо следить за календарем Божьим, что можете быть благодарны, что все сошли с ковчега. Тиши первый. Это было всегда начало года. Это когда все было сотворено. Это почему календарь называется Тишри. Только много лет спустя, когда был создан этот религиозный календарь, и он начинается с Нисана. Это почему я... И вы видите 1 до 12. Государственный календарь начинается с Тишри, а другой — Нисан. Они друг друга не заменяют. Они разные. Есть школьный Новый год, календарный Новый год. Но хочу, чтобы вы поняли, что-то произошло в Хешбон. И мы замечаем, что произошло, и это не могло произойти, если этот потом начался Ияр. 17-го Хешвана продолжалось 40 дней. Если 17-го Хешвана 40 дней встает посредине Хануки. И это когда радуга появилась, это когда был, Мессия был, было дано от обетования. Если вы не знаете, но Ханука начинается 25 декабря, это не всегда произойдет, но мне кажется, этот год важный. Бытие 7.17, и продолжалось на земле наводнение 40 дней. Потом Бытие 8.3.4, вода же постепенно возвращалась с земли и стала бывать по окончании 150 дней. Остановился ковчег в седьмой месяц, 17-й день месяца, на горах Араратских. Вы знаете, что означает? А я вам объясню. На этом календаре мы пропускаем 150 дней. Это 17-го Нисана. Это три дня после Пасхи. И Мессия умирает на Пасху, и три дня позже он воскресает. И поэтому это попадает на день воскресения. Да, Мессия, Нисан. Это когда три дня темноты произошло в Египте. Когда они взяли этого ангца, и потом Пасха. И ковчег останавливается в этот день. Но есть еще. Бытие 8.5. Вода постоянно бывает до 10 месяца. Первый день 10 месяца показались сверхи гор. Это новая луна. Она приземляется первый день месяца Тамуза. И это очень важно. Это новая луна. Что мы дальше замечаем? Бытие 8, 6, 9. По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, который прилетел. Потом выпустил себя голуби, чтобы увидеть, сошли ли вода. Но голубь не нашел места. Что так важно, это 40 дней приводит нас 11 ав. Вы знаете, что 9 ав — это важный день. И что мы замечаем? Он посылает эти две птички 10-го 11 ав. Мы знаем, что голубь возвратился. И что мы дальше замечаем? Мне кажется, это удивительно, что Матфея 3.16, когда Мессия был крещен,
И крестившись, Иисус тотчас вошел из воды, свет сверзлись ему небеса, и видел Духа Божия, который сидел как голубь, потом Бытие 8, 10, 11. И подмедлил еще 7 дней, и опять выпустил голубя. Еще ждет 7 дней, он посылает голубя, и голубь возвращается свежей маслицей листом. И он ждет еще 7 дней, и опять посылает, и потом голубь не возвращается. Мне кажется, это очень интересно. И это тоже прекрасно. Что мы читаем? Бытие 8.13. 601 года, первому дню первого месяца, ему 600, когда этот потоп произошел, уже год прошел, 601 года, к первому дню первого месяца, это Рош Хашана. Это новая луна. Это, значит, очень важно, потому что Бог много сделал, что произошло на первый день. Это день, когда Адам был сотворен. Это также, когда открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел. И это когда Адам был сотворен. И вот это опять новое творение после Ноя. Это первый день Тишри. Это 2 месяца спустя, что они сходят с этого ковчега. Во втором месяце, 27-го дню месяца, земля высохла. И сказал Господь: «Выйди из ковчега, ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены, и сынов твоих. Выведи с собой всех животных, которые с собой, всякие плоти». Пусть разойдутся и по земле, пусть плодятся и размножаются. И это попадает на День Благодарения. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга. И какой смысл радуги? Я вспомню завет мой, который между всякой душою, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. Читаем Исаия 54, 7, 10. «На малое время я оставил тебя, но с великой милостью, в жаре гнева, я сокрыл от тебя лице мое на время, но вечной милостью помилую тебя, ибо это для меня, как воды Ноя». Так что важно про ту воду Ноя. Он говорит: «Так как я проклялся, чтобы не придут боли на землю, так поклянулся не явиться на тебя и не укорять тебя. А милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Что самое важное, у Бога есть завет, и Он будет изменять этот. И мы должны это вспоминать, когда мы смотрим на радугу. Но кто-то это упомянул, и поэтому я хотел это добавить. Если вы помните, Ной, когда он сходит с ковчега, он напился. И его жена тоже напилась. Они пьяные. Они без одежды в шатре. И потом мы замечаем, что Хам что-то делает, и потом Ноя просыпается, и когда он узнает, что он сделал? Он осердился. Проклял ли он Хама? Он его не проклял. Кого он проклял? С чем Каин связан с этим? Как Каин связан? Это не ваши конспекты, но все знают эту историю. Если переводим Левита, 18, Левита 18, он посмотрел на наготу своего отца. Левита 8:18. Чтобы не открывать наготу и не иметь эти отношения. Левита 18.
says in verse 20, don't lie. Let me see. Got some Molech. Okay, let me see. Okay, it says, do not uncover the nakedness of your father's brother. Okay? Не открывать наготу отца. И это, через все это про... Okay. It says here in verse 8, Leviticus 18:8. Левитам 18:8. Наготу жены отца твоего не открывай. Это нагота отца твоего. Хам открыл наготу отца. Означает, что у него были отношения с моей матерью. И от матери произошло Каин. И это почему Каин проклят. И это что произошло? Бытие 10:21. У Сима отца Еверовых, старшего брата Иофетова. Когда читает Сим, Хам, Иофет. А мы понимаем, что Иофет был самый старший. Бытие 10:32. Вот племена сынов Новых, родословие народа их. От них распространяются народы по землю после потопа. Сколько народов было в Бытие 10 главе? 70. Знаете, что прекрасно? Это 1000 лет перед Авраамом, Исаака и Якова. И Второзаконие 32:8. Когда Бог разделил народы, Он делал это по сыновьям израильских, которые еще не существовали. И поэтому 70 потом вошли в Египет. Это прекрасно. Это 1000 лет перед тем, когда Бог разделил народы. И Бог знал, сколько войдут в Египет. Бог делал, чтобы будущее происходило. Бытие 11:1-2. На всей земле был один язык. И знаете, какой это язык был? Это еврейский. Еврит. Двинувшись высоко, они шли. Синар, Равину, и поселились там. Я хочу показать, где это находится. Вот это Месопотамия. И это Равина. Равнина. Это Вавилон. И это где... Это где они построили эту башню. Я приближу. Вот Вавилон. Вы замечаете вот здесь. И это река Карбала. Мне кажется, что эта башня находится где-то в Хилла. Вот Ирак, Кувейт, Сауд-Арабия. Мосул — это теперь называется Нинева. Вот Вавилон. Это где башня Вавилонская была построена. В этой местности. Это равнина. Здесь... Что удивительно, это где потоп произошло. Например, вы не хотите плыть в Сумнер, потому что есть места, когда дождь идет, оно это, топ, эти места потопляются. Потому что это были равнины и были холмы с двух сторон. Когда потоп Ноя произошло, это было самое низкое место. И все, кто погибли в потопе, оказались там. Это почему Немрад решил построить эту башню, чтобы показать Богу, что они не соглашаются с всеми людьми, которые он убил. Бытие 11:8 называл Вавилон,
И Бог потом, потом мы видим, просим, был 100 лет, родил Арфа, через 2 года после потопа. Потом Матфея 11:26, Фара жил 70 и родил Авраам, Нагор и Арана. И умер Аран в Урии Халдейской. Что мы читаем, что означает умер Аран при Фаре отца своего? Не означает, что он умер перед отцом. Не то, что он умер раньше. Его отец видел, как он был убит. Он умер перед лицом своего отца. Он умирает перед своим отцом. Когда он умирает, это почему Фара все собирает и передвигается. Итак. Иисус нами 24:2. Это говорится про Ноя. Он жил на другой стороне. Даже Фара. За рекой жили отцы ваши, Фара, отец и отец Нахора, и служили иным богом. Так Фара жил другим, служил другим богом. Иран умер при своем отце. Это где-то огонь. Вавилон, это где эти трое были бросены в этот огонь. Тысячи лет перед тем, это что произошло, все равно был этот огонь. Это не надо была та идея, чтобы бросать огонь. Когда мы продолжаем читать эту историю, или я вам расскажу продолжение этой истории, что произошло, Фара служил другим богам. Это Немрод. Они жили в то же самое время. Авраам и Немрод жили в то же самое время. Фары. У Фары было свое место, где он продавал идолам. И он их продавал людям. И что произошло? Он сказал, что поедет на отдых. Он сказал Аврааму, чтобы ты смотрел за этим магазинчиком. Итак, Авраам смотрит за этим. И эта женщина приходит и приносит эту еду, чтобы показать свое уважение к этому Богу. И Авраам подумал, это так глупо. Что он делает? Он ломает каждого бога, и он всех ломает, и только ставит молоток, самый большой бог. Его отец Вара, и говорит, что здесь происходит? Эта женщина принесла еду, а этот самый большой бог пришел и истребил всех богов. Это так глупо, этот Бог не может это делать, потому что это просто каменный идол. И Авраам говорит, почему ты их продаешь, почему ты им служишь, значит. Фара был так, рассердился на Авраама. Он приходит и говорит Немрод. Немрод приходит, чтобы бросить Авраама в этот огонь. И он бросает Авраама в этот огонь. И он поворачивает своему брату. И он говорит, ты служишь то же самое Богу, как самому Аврааму. Он хочет увидеть, если Авраам выйдет или нет. И Аран говорит, да, я верю. И потом Невер берет его в этот огонь. И в нем он умирает перед отцом, потому что и отец стоит за этим виновным, потому что это отец пожаловался Немроду. Это почему они потом переселились после того, как Аран умер. Но это история, которая произошла. Интересно знать продолжение этих историй. Бытие 11:29-30. Авраам и Нахор взяли себе жен. Аран умер. Так, Фара, отец, имел две жены.
одна, она родила троих. У Харана было две жены. Из Бытия 11:27 мы знаем, что он родил Лота. Что мы еще замечаем? Аран умирает. Нахор берет Милку как жену. Бытие 11:29. Имя жены Нахорова и Милка, дочь Арона, отца Милки и отца Иски. Все понимают? Три брата. У этого брата две жены рожаются, Милка и Лот. Поэтому закону Левирита, если какой-то брат умирает, один брат должен жениться на жене, чтобы продолжать это семя. У него есть жена, он умирает. Один из этих должен взять жену, если у нее нет детей. Что мы замечаем, что Нахор не берет жену, он берет старшую дочку, Милку. Авраам теперь должен жениться, или одной из жен, потому что у него он... у него Арана было две жены. Мы знаем, что Нахор взял Милку. И теперь Авраам должен взять одну из этих жен. Но он должен взять жену, которая не была детей. Авраам женится на второй жене. Должен жениться на второй жене. Аран — это отец этих детей. А что мы читаем в Бытие 20:12? И он идет в Египет, Авимелеху, и он говорит, что Сара его сестра, потому что он не хотел, чтобы его убили. И когда его ловят, он говорит, да, она моя сестра. Она дочь моего отца, но не дочь моей матери. И она стала моей женой. Так, жена вторая, это Сара. Это пол сестры. Она была его сестра. Она была жена Арану. И поэтому она стала женой Авраама. Мы читаем, что Сара была неплодна и бездетна. Это только произошло, если она была... если бы она никогда не была замужем, то она не называлась бы неплодна. А была называлась девицей. Итак, Сара была замужем за Арана, когда он умер, Авраам должен на ней жениться по законе. Что мы замечаем? И Бог позволил, чтобы у Сары не рождались дети от всех этих людей, чтобы потом только родился Исаак от нее. Авраам говорит, мой отец, а кого произошла моя жена? Сара не может произойти от Теры и Аран, кроме если у них та же самая жена, и это невозможно. И поэтому я хочу, чтобы вы понимали, что происходило сзади, то, что мы иногда не замечаем. Бытие 11:31-32 взял Фару, сына Илота, сына Аронова, внука своего и Сару, невестку, которая также была его дочерью, сын жену Авраама, сына своего, и вышел из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но дядя Харана они ссорились, и было дней Фары 205 лет, и умер Фара в Харане. Бытие 12:1. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома твоего, в землю, которую я скажу тебе». Бытие 12:4. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам было 75 лет, когда вышел из Харана. Фаре было 70, когда родился Авраам.
Мы знаем, что Авраам был 75, когда он оставил Фару. Так, Фаре было 145, когда Авраам оставил отца. Так что Фара прожил еще 60 лет в Харане. Авраам родился в Вавилоне в 1048 году и оставил отца своего в 2023 году от Адамы. И вот 2023 уже лет прошло, и мы уже в 2024 году. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Авину, Макену, Father, King, we just thank you so much for your Torah. Наш Отец и Царь, мы так Тебя благодарим за Твою Тору, что Ты нам сказал. Пусть у нас будет уши, которые слышат, сердце, которое понимает в это время. Сейчас мы благодарим те, которые вокруг Соединенных Штатов, вокруг мира, здесь, которые здесь находятся, которые хотят сеять это служение. Мы можем превозносить Твою Тору, чтобы она была превыше всего. Отец, благодарим за тех, которые приносят свои пожертвования, чтобы делать Твою работу. Это не наша, это Твоя работа, которую делаешь через нас. И мы так благодарны. Вместе. Благословен Ты, Господь наш Бог, Создатель и Царь Вселенной. Ты благословил нас Торой Твоей правды. Ты благословил нас всем советом Твоего живого Слова. Через силу Твоего Духа Святого, через законченного дела Мессии Иешуа, Ты один посадил между нами жизнь вечную. Благословен Ты, Господь наш Бог. Аминь. Можете идти на перерыв. Увидим вас скоро. Аминь. Мы благодарим Тебя, Господь. Наш Отец и Царь, мы так благодарим, что Ты нас любишь. И я прошу, мы хотим помолиться о тех, которые мы знаем, которые имеют какие-то болезни, чтобы Ты исцелил. Исцеление Твоих крыльев. Мы знаем, что есть те, которые не только имеют физические болезни, но также эмоциональные, психологические, духовные. Мы хотим принести наших близких к Тебе. Мы знаем, что Ты любишь исцелять наш шаббат. Итак, дотронься к своему народу. Мы также хотим помолиться те, которые имеют финансовые нужды. Мы просим, чтобы Ты открыл ворота небо и благословил те, которые нуждаются в доме, в машине, может, какие-то финансы для еды, для работы. Мы просим, чтобы ты полностью их благословил. Мы также молим о нашем народе и те вокруг мира смотрят. Молитесь о ваших лидерах также. Политических или военных, или религиозных. Мы просим, чтобы ты работал над ними. Мы просим, чтобы пробуждение пришло в нашем народе. Мы не можем быть это народ, который коза, но мы можем быть овцы, которые любят тебя. Мы также молим об Израиле сейчас, когда у них сейчас война происходит. Мы просим, чтобы дал их лидерам мудрость. Что им нужно, как им нужно действовать. Мы благодарим, и мы превозносим Твой народ. Мы молим о них. Во имя Иешуа, аминь. Вы можете присесть. Чтобы все это увидели, мы говорим о новой луне. А что мы делаем с новой луной? Этот новый календарь, который мы начинаем, будет иметь библейский календарь. Это самое важное. И нормальный календарь, это будет на втором месте. И вопрос заключается в том, мы идем в соответствии с Божьим временем. Первое, у нас есть эти субботы, каждую неделю.
Также есть новая луна, и эти праздники, это называют Муадим или назначенные времена. И только у нас есть Шмидта-циклы, и потом есть год юбилея. И нам надо быть на календаре Божьем. Бытие 1:14. И сказал Бог, да будет светило на тверди небесной для отделения дня от ночи. И для чего? Знамений. Не просто, чтобы они были светом, но для замены и времен, и дней, и годов. Мы знаем, что сезоны, муэд, это Божие определенные времена. Это не сезоны, но Божие времена. Это время Пасхи, Суккот. И дни и годы — это святые дни. И Шмита года, или дни юбилея. Вот луна и солнце, они должны быть как знаки. Но кто только не попадает на эти праздники. Только может быть полное затмение на полную луну. Новолуние или полная луна. Какой день сотворения были созданы луна и солнце? Четвертый день. Когда человек был создан? Так Божий календарь берет приоритет над человечеством. Новая луна, это как начинается каждый месяц, это самый важный день, потому что без новолуния у нас не может быть этих разных библейских праздников. Новая луна также говорит, какие другие дни будут святые. И что они были созданы перед человеком, это означает, календарь Бога не нуждается в человечестве. Есть люди, которые говорят, что кто-то должен увидеть это новое луние. Новая луна была создана перед человеком. Так никто не должен его видеть. И она продолжает существовать, даже если человек его не признает. Месяца, и все эти праздники происходят, даже если люди их не осознают. И говорит, мы не будем уважать эти года, юбилей, пока не все собраны в земле. Но нравится им или нет, но эти годы юбилея продолжают. Библия начинается с древом жизни и заканчивает древом жизни. Бытие 2:9. «И произносил Господь из земли всякое дерево, и дерево жизни посреди рая». Откровение 22:1-2. «Показал мне чистую воду, реку воды жизни, святую, как престол, от престола Бога, и по ту и другую сторону дерева жизни». 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой. Можете вы представить дерево, которое имеет апельсины, яблоки и потом бананы? И это что будет происходить? Но когда мы читаем, что приносящие плоды, дающие каждый месяц, означает, что новая луна. Как они могут знать, если нет этой новой луны? Посмотрим на это тысячелетнее царство. И Откровение 22:1-2 — это тысячелетнее правление. Это все во время этого тысячелетнего царства. Так говорит Господь Бог. Врата внутреннего двора, обращенные лицом к посолку, должно быть заперто продолжение шести рабочих дней. В субботний день они должны быть отверны в день на месяце. Даже во время этого тысячелетнего царства они уважают новую луну. Иезекииль 46:3. И народ земли будет поклоняться пред Господом при входе в вратах в субботу новомесяча. Бог создал луну, чтобы это был знак, и начинает каждый месяц с новой луной. И это будет продолжаться во время тысячелетнего царства. А что после? В вечности. Исайя 66:22-23. И как новое небо и новая земля, которую я сотворю, всегда будет пред самим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, и субботы в субботу будет приходить и поклоняться, говорит Господь. Можете представить, когда новая земля и новое небо, будет новое солнце и новая луна.
И это показывает важность субботы новой луны. Левита 27:8. Освящайте себя и будьте, ибо я Господь Бог ваш. Как мы соем святыми, соблюдайте постановления мои, исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас. Так мы замечаем, что Господь, который освящает нас, делаем ли мы себя святыми, или Бог дает нам святыми? Бог дает нам, делает нас святыми, отделенными. И после того, ваш фокус не будет этот календарь основан на Луне или на Солнце, но будет основан на Библии. Наша работа, после того, как мы сделаны святы, написали Левита 20:26, «Будьте предо мной святы». Если некоторые хотят быть святы, посвященные своему боссу или кому-то другому, но он хочет, чтобы мы были отделены для него. Говорит, я вас отделил. Но нам надо продолжать эту святость. Ефесянам 1:4, мы уже в Новом Завете. Так как он избрал нас в нем прежде создания мира, это нам говорит, что от создания мира Он хотел, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Это почему 1 Петра 1, 15-16, это тоже Новый Завет. Но, по примеру, призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Читаем Псалтырь 104:19-21. Он сотворил луну. Для чего? Для указания времен. Это не сезон, как зима, весна, лето. Это Моадим. Каждый раз, когда вы видите луну, вы должны понять, что это было создано, чтобы это было начало нового месяца. Солнце знает свой запад. Ты просираешь тьму, и бывает ночь. Во время нее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищи себе. Бог создал луну для того, для этих назначенных времен. Чтобы вы видели луну, вы должны подумать. Это Божий завет. И это большая ошибка, которую мы исправим в Старом Завете, где английский очень ошибся. И это подчеркнуло на вашем листочке. Трубите новомесяцем трубою определенное время. А полная луна — это неправильно. Нигде не написано, что это полная луна. Вред новомесяца в Рош-Шашана, в праздник. Что мы должны понять, луна и солнце, особенно луна, это Божий завет с Давидом. А с какого колена Давид? Иуда. А с какого колена Ишуа? Иуда. Псалтырь 89:20. Я обрел Давида, раба моего, с этим елеем помазал его. Моя рука его поддержит. 23-24 стих. Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его. И истина моя и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его. Что, какое у Бога имя здесь? Юве-Хадве. Это не Элохим. Не забывайте это. Это через Юве-Хадве, что Иуда будет превознесен. 28-29 стих. Это Бог говорит. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен, и продолжу вовек семя его, это еврейский народ, и престол его, как дни неба. Если только мусульмане это поняли. Псалтырь 89:37. Милость же моя не отниму от него, и не изменю истины моей, не нарушу завета моего, и не переменю того, что вышло из уст моих.
однажды я поклялся святостью моей, солгу ли Давиду? Если Бог поклялся своей святостью, оно произойдет. Солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно. И престол его, как солнце предо мной, вовек будет тверд, как что? Как луна. И верный свидетель на небесах. Бог всегда призывает на небо и землю, чтобы оно было свидетельством. Это верный свидетель для звезд, кроме евреев. Иеремия 33, 25, 26. Так говорит Господь. Если завет моего дни и ночи и устав неба и земли я не твердил, то и племя Иакова Давида, раба моего, отвергну. Это он установил небо и землю. Поэтому еврейский народ никуда не исчезнет. Вот картинка. Это как люди знают, что новая луна. Был кто-то в храме, который увидел эту новую луну. И потом люди на холмах, вот, видите, в долине, он тоже зажег факел. И это было в Ираке ранее. И все знали, когда была эта новая луна. Числа 10, 9, 10. Это когда они все шли на войну, чтобы завоевать обетованную землю. Когда пойдете на войну, землю вашу против врага наступаешь на вас, трубите тревогу трубами, и будете вспомянуты пред Господом Богом вашим, и спасены будете. И в день веселья вашего, и праздник ваше, и в новомесячие ваше, трубите трубами. При всесожжении и примерных жертв ваших. Я хочу, чтобы все поняли, как важно это новое месяце. Когда мы создадем следующий календарь, он не будет основан на григорийском календаре. Мы первое будем поставим эти библейские месяца, а потом эти другие гражданские месяцы. Пропимнон 23:31. И при всех всесожжениях возноси Господу в субботу, в новомесяче и в праздники по числу. Напоминает мне другой стих. Мне кажется, он... Первое, Паралипоменон 12:32. Это дни Сахара, которые знали времена и дни. Здесь оно связано с праздниками. Второе, Паралипоменон 2:4. Это царь Соломон. Вот я строю дом именем Господа Бога моего для посвящения ему, чтобы возжигать пред ним плавоние, курение, представить постоянно хлебы, предложения и возносить там всесожжение утром, субботу, в новомесяче, праздники Господа Бога нашего, что навсегда заповедано Израилю. Моя цель — это что в новомесяче, в Скинии, новомесяче, когда храм был построен, это будет новая луна в храме Езры и Неми. И после того они принесли жертву новой луне. Первая часть этого учения, хочу, чтобы вы поняли, как важна та новая луна. Но следующий месяц я буду говорить о каждом библейском календаре, как он важен. И почему? Многие говорят, что нам надо времена и сезоны. И я спрашиваю, какое время? Я у них спрашиваю, какой сезон? Они говорят, не знаю. В нашем календаре, который мы сделаем, я вам скажу. Сезон каждого месяца. Это месяц Нисан. Это месяц искупления. Это также месяц чудес. Это месяц единства или царств. Когда мы думаем о событиях, которые пришли в месяце в Нисан, мы знаем, что Ноэ ковчег остановился на горах Арарата в Нисан тот же день, когда Мессия воскрес. Мы знаем, что Авраам вошел в обетованную землю тоже в Нисане.
Исаак родился этот месяц, Содом и Гоморра были разрушены в этот месяц. Все чудеса в Исоде произошли в Нисан, когда они пришли это море. Воскресение произошло, Иоанн Креститель также произошел это месяц. Видение Даниила тоже произошло в Нисане. И очень много это связано с чудесами. Я чую, чтобы вы заметили, Нисан — это месяц искупления. И это как пишется, это слово Нисан. И это означает чудеса. И это, как мы знаем, что Нисан — это месяц чудес. Исхода 12.1.2. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, месяц сей, да будет у вас начало месяц, первым да будет он у вас между месяцами года». Вот он находится на иврите. И вот это слово «лакем». «Лакем» — это для вас, у вас. Вот эти буквы. Да, «мем» неправильно написано. И почему оно неправильно выглядит? Если подвинете «мем», а получается «мелех» — это царь. Нисан — это месяц царь. Это было время, когда все цари израильские, это решало, сколько лет они будут царствовать. Если он стал царем перед месяцем Нисан, когда Нисан, он начал твой второй год, хотя только месяц прошел с начала его царства. И мы знаем, что Мессия стал царем Нисан, и поэтому там личка над его крестом была царь Израиля. И у него был терновый венец. Читаем Исаия 53:7. Он был как агнец, который молчит. Он не говорил. Здесь он царь, но он не открывает рот экклезиастам. И еще было слово. Слово царя — есть сила, есть власть. Где слово царя, там власть. Потому что царь правит через свои слова. Бытие 44:1-2. Сказал Господь Моисею, первый месяц, первый день месяца поставь скинию собранию. Первый день Нисана — это когда поставили скинию. Это когда не шла эта слава также. Исход 12:18. С 14 дня первого месяца ешьте пресный хлеб. Нисан — это месяц, когда Пасха и чудеса произошли. Левитов 9:22. Это первый день первого месяца. Это когда они посвящают. Это торжественный праздник. Еще огонь не сошел. У них есть все животные, которые на жертвах, и поднял Рон руки свои, обративших к народу, и благословил, и сошел, совершив жертву за грех, сожжение жертву. Это почему Нисан, также месяц единства, потому что Псалтирь 33:1-2. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Как? Вместе или в единстве. Этот стих говорит про первого Нисана, когда Аарон был помазан. Это как драгоценный лей на голове, стекающий на бороду Ааронову, стекающий на край одежды его. Вот что произошло. И история продолжается, Левитам 9:23-24. «И вошли Моисей и Аарон в скинию собранию, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу, и вышел огонь от Господа, жег на жертвеннике сожжения и тук, и, видя весь народ, воскликнул от радости и пал на лице свое». У Моисея и Аарона был этот конфликт об этом золотом тельце. И Аарон выходит, благословляет народ, ничего не происходит. Так они, Моисей и Аарон, они опять ходят за святую. Если это единство, когда они потом уходят, тогда только огонь заходит. Это почему этот праздник в Скинии сила Божия сошла, потому что они были в единстве. И в Деяниях тоже в единстве, на Шавуот сошел этот дух.
Нисан — это месяц единства. Читаем, что дальше прошел в Нисан. Числа 21. «И пришлися на Израиль во все общество пустыни Син, первый месяц, и становился народ, и умерла там Мария». Это тоже произошло в месяц Нисан. Потом Иисус Навина, 4, и вышел из Иордана в 10-й день, первого месяца, и поставил стан в Галгале. Второй Паралипоменон, 29:17. И начали освящать первый день первого месяца, это Нисан. Они старались исправить этот храм, потому что он был истреблен, и он нечист. И начали первый день первого дня, и восьмой день вошли в притвор Господень, и освящали дом Господень 8 дней, 16-й день первого месяца кончили. Это во время Езекии. Иезекииля 29:17, 27 году, первого месяца, первый день месяца, было ко мне Слово Господне. Вы заметите, что Слово Господне всегда на первый день месяца, на новолуние. Здесь оно произошло первый день, первый месяц. Иезекииля 30:20, 11 году, первого месяца, седьмой день месяца, было ко мне Слово Господне. Нисан — это время, когда мы можем слышать голос Божий. Даниила 10:4-6. 24-й день первого месяца был я на берегу большой, и потом человек мой явился и говорит об этом войне против Персии. Но я не знаю месяца, но в Исфире 3:12 и призваны были писать первый месяц, 13-й день его. И написано было, как приказал Гаман, к сатрапам, и потом 13 стих. И посланы были письма через концов во все области, чтобы погубить, истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, в один день, 13-й день 12-го месяца, то есть месяц Адара, имени их разграбить. Что происходит 14-го дня первого месяца? Это Пасха. 14-й день первого месяца — это Пасха. Мы видим день перед тем, это когда все евреи были даны, чтобы их было дано это постановление, чтобы их всех убить. Но также, чтобы заметить, в Есфире 2:5 был Суза Гора Песольных, один иудеянин. Има его Мардахей, сын Иера, сын Семея, сын Киса, из колена Вениаминова. Я хочу, чтобы вы это заметили, потому что каждое племя было названо евреем. Он, Вениамин, он тоже иудей. Все колени были названы евреем. Некоторые говорят, я с колена Исаха или с колена Манаса. Это не важно, они все равно иудеи. Мы все стали часть Божьего имени. Я читал, как Иуда, рог был превознесен в Иуде. Я покажу, почему. Сафония 3:12. «Но оставлю среди тебя народ, смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне». Какая это буква? Далет. Какой звук делает? Ди. Д. Далет. Вот это буква далет. А вот это слово далет. Вот л и т. Ламед и тав. Каждая буква также слово. Далет. Это слово. И далет означает дверь. Когда вы забираете это, да, означает бедный. И здесь мы замечаем, Бог живет между ними, между простых или бедных, и не будут все уповать на имя Господня. Это почему каждый колен считает себя евреем? А что здесь написано? Это Божье имя, Юве-Хадве, Яве. И когда мы откроем дверь для простых, бедных, и вот это Иуда, это Божье имя, Юве Хадве, и через Иуду бедные
и они будут все провозносить его имя. Не прекрасно ли это? Месяц Нисан, или первая Нисана, это Новый год. Это определяет, как они путешествовали. Вот карта, как иудеи двигались. Иуда был первый. Исакар был второй, потом Зевелон, и потом Рубен четвертый, потом Симеон, потом Гад, потом Ефрем, Манаса, Вениамин, Ден, Ашер и Нафтали. Потому что Иуда был первый месяц, это Нисан. Иуда обозначает Нисан, о котором мы говорили. Исакар, это Ияр, Сиван, Тамуз, Ав, Элул, Тишри. Мы сейчас Хешван, это Манаса, Кислев, Тавет, Шеват, Адар. Вот все 12 месяцев они по этому порядку ходят. Я хочу, чтобы вы знали, как они двигались, и какой месяц был кому написан. Конечно, Иуда, это откуда была Ишуа, и поэтому он первый, который ведет все. Это почему в Нисан, это почему было написано на кресте, что он царь иудеев. Так он будет царем мира в Тишри. Кто первый, кто превыше всего? Кто был первый, который отвечал за Иуду, и поэтому он шел первый. Как его звали? Накшон. Это Накшон. Вот Накшон. Он первый шел. И что удивительно, вы забираете это слово Накшон, и получается слово «накаш». Что «накаш» означает? Это змея. Когда Моисей был от горячего куста, он бросил свой жезл, стал змеей. Это «накаш». А когда они стояли перед фараоном, Аарон бросил свой, и оно стало крокодилом. Это неправильно. Еще одна ошибка, которую на английском делает. Вот эта змея на этой палке, это исцеление в медицине. И вот это слово «машиах», и вот это еврейское слово «машиах». Кто любит алгебру? Каждая буква также цифра. Цифра змея — это 358, и «машиах» тоже 358. Накшон — это змей, который идет и приносит исцеление. Числа 10, числа 10, 13, 14. Мы видим Накшон, Насон был первый. Потом в числа 21, 8, 9. Бог говорит, сделай этого змея на палке. И будут те, которые укусаны, когда они посмотрят, они будут жить. Итак, он сделал этого змея, и произошло, если кто-то кого-то... И когда змея ужалила человека, он взял на медную змею, оставался жив. Иоанна 3:14-15. Чтобы поверивший на него, взглянув на Христа, увидел спасение. Дьявол имитирует все. И мы видим, что теперь сатана хочет стать змеей. Но он был поставлен на палку. А там нас означает чудо. Итак, что вряд это взяли эту змею на этот жест, и потом, когда он бросил, он просто там висел. Я говорю, что Нисан — это месяц чудес. И поэтому мы
это доказательство, что Ниссан — это месяц чудес единства. Не интересно ли это? Сказав это, Ниссан, чудеса, давайте встанем, потому что сегодня новая луна, мы закончим молитвой, которая молится во время новой луны. На следующей неделе мы будем говорить о следующем месяце, Ияр. Давайте встанем, скажем молитву очищения вместе. Пусть будет Твоя воля Божия, наш Господь и Бог наших отцов, чтобы Ты начал это месяце, то, что благое и благословение. Пусть Ты дашь нам долгую жизнь, жизнь мира, жизнь доброты, жизнь благословения, жизнь всего, что нам нужен, жизнь физической здоровья, жизнь, где нету страха, неба и страха греха, жизнь, где нету стыда, жизнь, где есть слава и богатство, жизнь, в которой мы любим Тору и боимся Бога, жизнь, где Бог исполняет желания нашего сердца для блага. Аминь. Благословен Ты, Господь наш Бог, Создатель Вселенной, который создал небеса своим словом, и все небо дыханием Твоего Слова. Ты дал на эти определенные времена и роли, и они никогда не пропускают. Они делают то, что им Создатель сказал, с радостью. Ты настоящий Создатель, который действует в праведности и сказал, чтобы луна обновлялась каждый месяц. Это красивая корона для народа Израиля, которую Бог носил с рождения, и что будущее будет обновлено, чтобы провозглашать красоту своего создания для Его славы. Благословен Ты, Господь, который обновляет наши новые луны. Благословен Ты, Господь наш Бог, Царь Вселенной, кто очистил нас Твоими заповедями, повелел нам быть светом этим народа и дал нам Иешуа, нашу Мессию, который есть свет этого мира. Аминь. Давайте помолимся. Отец и Царь, мы благодарим, что Ты есть свет мира, что мы можем благословлять Тебя. Можем, и как можем Тебя благословлять, когда мы отдаем свое сердце Тебе. Ты хочешь также нас благословить. Ты хочешь поставить свое имя на нас. Как Ты сказал Аарону говорить. Да благослови Тебя Господь и сохрани Тебя. Да презрит на Тебя Господь светом лицем Своим и помилуй Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир. Это самое прекрасное имя. Эйе, Ашер, Эйе. Увидим вас на следующей неделе.